Президент Франции Франсуа Олланд в связи с терактами не приехал на саммит «Большой двадцатки». Он заявил, что намерен продлить режим чрезвычайного положения в стране на 3 месяца. Если парламент поддержит идею президента, то в течение 3 месяцев власти могут запретить передвижение людей или транспорта, установить зоны, в которых действует специальный регламент пребывания. Кроме того, власти могут закрыть театры, запретить любые собрания, нарушающие общественный порядок, прекратить продажу алкогольных напитков, разрешить обыски по месту жительства в любое время суток, а также ввести жесткий контроль над СМИ и культурными событиями. Напомню, Олланд ввел режим ЧП и закрыл госграницы вскоре после серии атак, которые террористы нанесли по Парижу в минувшую пятницу. По последним данным, жертвами терактов стали 129 человек.